Здравствуйте, с вами программа «Званый гость». И сегодня у меня в гостях музыкант, руководитель большого коллектива, который в свое время подарила ему вторую жизнь и сохранила его для зрителей и для города. Художественный руководитель и дирижер Народного оркестра «Садко» Людмила Королева. Здравствуйте, Людмила Александровна. Она выросла в музыкальной семье и с детства мечтала посвятить свою жизнь музыке. Правда, ни дирижером, ни педагогом, ни руководителем коллектива она себя тогда не видела. Людмила Королева с красным дипломом окончила музыкальный факультет Харьковского государственного института культуры. Ее первым коллективом стал оркестр народных инструментов Севастопольского дворца культуры «Строители», который спустя годы практически в одиночку ей пришлось спасать от сокращения. Ныне это народный оркестр «Садко» Дворца детского и юношеского творчества, неоднократный победитель и обладатель гран-при престижных всеукраинских и международных фестивалей. Через оркестр и музыкальную студию дворца прошли десятки детей, впоследствии ставших профессиональными музыкантами и педагогами. С коллективом работают лучшие музыканты, исполнители и дирижеры России и Украины. Художественный руководитель и дирижер оркестра, заслуженный работник культуры Украины, отличник образования Людмила Королева пишет авторские инструментовки, аранжировки и переложения для народного оркестра и является организатором ряда фестивалей, в том числе фестиваля детского народного творчества «Золотая рыбка». Оркестр был создан в 1967 году, да. То есть в этом году ему 45 лет. И я знаю, что вот я познакомилась, конечно, с вашей биографией, и я поняла, что ваш пример, он опровергает как раз поговорку о том, что один в поле не воин. Вот как вам все-таки удалось сохранить коллектив в такое трудное время, в 91-м году, когда на культуру, в общем, никто внимания не обращал? Да, не только не обращали, ее просто планово уничтожали, как я тогда поняла. Я тогда была студенткой Академии Харьковской и уехала на сессию. Но до этого уже шли разговоры, вот оркестр был создан во Дворце культуры «Строителей». И уже шли разговоры, что будут сокращать, строители, этот Севастопольстрой уже не может содержать этот дворец, его будут продавать. И я до того, как еще уехать на сессию, ездила в Киев, там ходила в Министерство культуры, хлопотала, а они мне говорят, да еще такие страшные времена, еще не то будет, представляете, еще в те времена. Ездила в Москву и даже прошла такая, там была на радио, компания на радио 1, и была передача о том, как это можно сократить, там же не только мой коллектив был, и хореография, и хоры, ну много было оркестра, как можно все это выбросить на улицу. Ну, вот это все вышло, я вернулась, разговоры ходили, но мне пришел период сессии. Я уехала на сессию, третий курс заканчивала. Приезжаю с сессии, висит там барный замок на моем классе, и я читаю в документах, сокращено в связи с реорганизацией предприятия. Вот. Хотя многие там еще заключили какой-то договор на год, я категорически отказалась заключать договор. Я говорю, оркестр не может существовать на финансирование самих участников оркестра. Вот. И, в общем-то говоря, пошла в прокуратуру, написала письмо, что незаконно меня же сократили, не имели права. Меня восстановили, прошел месяц, и меня все-таки сократили. Вот тут я уже побегала по всему городу, по Севастополю. Я была и в Доме офицеров, и в Доме культуры, и в Матросском клубе, и во Дворце рыбаков, где я только не была. Написала опять-таки огромную статью в славе Севастополя, которая была, называлась «Через месяц нас не будет». Вот. И все говорили, мы не можем принять. Нет инструментов, нет того, нет всего. И вдруг звонок. Я говорю, это просто повезло. Я уже сейчас понимаю, что правильно был звонок и правильное место, потому что в другой системе, может быть, коллектив бы и не выжил сейчас. Звонок со Дворца пионеров от Сытник Валентины Александровны мне домой. И она говорит, Людмила Александровна, я читала газету и знаю ваших проблем. Вы знаете, а мы давно мечтаем оркестр народных инструментов иметь во дворце. У нас нет такого оркестра. Приходите, мы поговорим. Вот мы договорились, я пришла, пообщались. И я хочу отдать огромное вот должное вот имени Валентины Александровны Сытник, потому что она мне выделила огромное помещение по тем временам, там сидел массовый отдел, она их перевела в более маленький кабинет. Дальше, она выкупила, правда, не все сразу, где-то в течение года, вот все инструменты, которые были во Дворце культуры строителей. Она пошила нам тогда 2 комплекта костюмов. То есть создала все условия. Мы еще тогда, когда перешли, вот в 91-м году во Дворец пионеров, мы каждый год ездили в 92-м, 93-м, 4-м, 5-м и 6-м. Мы ездили и в Москву, и в Орел, и в Киев, и в Харьков. Это финансировалось тогда образование. В общем, вот так коллектив выжил и пошел дальше. Мало того, попав во Дворец этих пионеров, во Дворец пионеров, мы открыли музыкально-оркестровую студию, что было невозможно во Дворце культуры строителей. То есть мы открыли музыкально-оркестровую студию, при которой открыли класс дома.
класс балалайки, класс баяна, класс ударных инструментов. И каждый педагог вел этот класс. Таким образом, оркестр, если он был тогда 30 человек, сейчас он 70 человек. И у нас идет профессиональное обучение. Дети получают по окончании музыкальной оркестровой студии документ, потому что у нас еще и теория музыки, и сольфеджио. И наши дети могут поступать, и поступают, и учатся, продолжают, и работают высшее и среднее музыкальное образование, вернее, заведение, и продолжают специальность эту. Ну, вы представляете, если был бы какой-нибудь другой человек на вашем месте, и все бы это погибло? В общем-то бы, да. Это было очень много затраченной энергии. И, в принципе, везде, куда ни бился, везде было нет, нет, нет. Меня еще тогда очень муж поддержал. Вот даже самый первый комплект инструментов мы купили в Москве, он купил за собственные деньги. Я знаю, вы из музыкальной семьи, у вас целая династия музыкантов. Ну, кто да, были ваши родители? Ну, давайте начнем прямо с моего дедушки. К сожалению, я не знаю ни дедушку, ни бабушку. Они во время войны погибли оба на глазах прямо у моей мамы. Моей маме 5 лет тогда было, она 37-го года, в 42-м году. Она жила в станице Крымской, которая переходила то фашистам, то нашим. В общем, узловая станция, была жестокая борьба. И у нее на глазах ее погибли родители, она потом в детдом попала. Но она даже помнит в 5 лет, она говорит, я помню, что дедушка, ее отец, он работал в ансамбле «Кубанские казаки». Он великолепно танцевал, пел и блестяще играл на баяне. И она говорит, с самого детства собирала семья, пели песни. Вот она эти все песни народные до сих пор поет. После того, как она попала в детдом после войны, выросла, она пошла на работу, и она жила в Симферополе. И она там в самодеятельности занималась. И она там познакомилась с своим отцом. Она пела, а он играл на баяне. Великолепно играл на баяне, был чуть ли не лучший баянист. Вот. И там они познакомились. Потом мы переехали в Севастополь, потому что у меня со здоровьем какие-то там были проблемы, мама рассказывала. И она говорит, что когда я родилась, и там, когда меня приняли, и еще вот прямо на столе, на этом родильном, у врача какой-то инструмент упал, и я сразу туда раз, и голову повернула, и глаза. И врач говорит, вот это да, это точно будет музыкант. Я вас поздравляю, мамочка. То есть вот так было. Хотя мама уже, когда я выросла, она не хотела, чтобы я музыкой занималась, потому что считала в то время, что это не престижно, что музыкант очень мало зарабатывает. Она сама инженер была, и она была главным инженером большого завода, работала на севере. Ее мечта была, чтобы я стала инженером. А вот сейчас, когда все изменилось, она меня, ну, она уже давно меня поддержит, когда она приехала в музучилище, поговорила с педагогами, я там училась на красный диплом. Большие положительные отзывы, там, хорошее будущее. И она успокоилась и стала меня поддерживать. Вот. А сейчас я ей говорю, вот видишь, мама, а где сейчас у нас инженеры? Мечтали играть на пианино, да? Да, с самого вот детства я очень помню. Я хотела, когда еще в детском садике была, я пошла в первый класс, и моих одноклассников отдавали на пианино, еще на что-то. Я так это прямо завидовала, я так мечтала, я так маму просила, купите мне пианино, я так хочу заниматься. Ну, видимо, вот этот инженерный строй. И она не хотела, ну или не хотела, у нас денег было мало тогда, мы очень бедно жили. И я вот так помню, я так на столе, так, как будто бы я играю, там так вожу. Ну, прошло время, в пятом классе я уже училась, соседи было пианино купили. Я у них спросила, а можно буду я у вас заниматься? Они говорят, пожалуйста. Я пошла сама в музыкальную школу, прошла эти все конкурсы, раньше конкурсы были. Меня приняли, я стала у соседей заниматься. Где-то года два я занималась.
Потом я уже увидела, что соседям это уже, в общем-то, надоело. А моя мама еще не созрела, чтобы купить пианино. Я, в общем, перестала заниматься где-то в 5-м классе. Вот. Но тут такая опять поворот судьбы. Моя сестра двоюродная, она занималась в оркестре вот в этом, во дворце культуры строителей. Педагог был Курбат Евгений Викторович, которого создал в 67-м. Это был вот буквально 71-й год. Вот. И она там занималась и говорит: «Ой, Людмила, приходи к нам». Я говорю: «Нет, я уже не хочу музыкой заниматься». Она потом говорит: «А мы идем в поход». А я говорю: «Ух ты, давайте, а меня можно взять?» Она говорит: «Я спрошу руководителя». Он разрешил. Я пошла с ними в поход. Там мы познакомились с руководителем, с коллективом. И руководитель говорит: «Вы знаешь, Людмила, а к нам пришел такой интересный инструмент, гусли, там клавиши есть. И вот ты вот занималась 2 года, вот приходи к нам, вот посмотришь, понравится. Не понравится, уйдешь». Я пришла, посадили меня на эти гусли. Мне так понравился коллектив. И я так на этих гуслях проиграла до 10 класса. В 10 классе я ему говорю: «Я хочу быть музыкантом. На чем мне можно поступить в музучилище?» А он говорит: «Вот в гусли нет музыкального училища. И вот я домрист, могу тебя научить на домре играть. Согласна?» Я говорю: «Согласна». Но говорит: «Давай, придется тогда подгонять за год». И вот он меня учил в музыкальную школу, пошла к Авдееву, Проскурье Алексеевне, в первую музыкальную школу. За год закончила тоже с отличием. Ну и поступила в музыкальное училище. А там еще дальше процесс развивался еще интереснее. На 3-м курсе я выхожу замуж, у меня рождается сын Илья. Вот. А тут вдруг мой педагог говорит, он сам москвич был: «Я решил уехать на родину, в Москву, у меня там мама одна, я уезжаю. Я хочу тебе передать оркестр, а я еще 3-й курс музучилища». А я совсем о другом мечтала. Я мечтала о карьере музыканта. Я мечтала играть, создать свой ансамбль, чтобы был он мобильный, чтобы можно было выезжать. Не хотели быть дирижером? Нет, совсем не, вообще не хотела. Поэтому первые мои слова были: «Нет, я не хочу быть дирижером». А он говорит: «Ты не говори так, нет, ты попробуй. Вот ты представляешь, ты не хочешь. Вот я уеду, я все равно уеду. И оркестра не будет. Вот ты тут провела 7 лет жизни. Оркестра просто не будет». Мне как-то стало жалко наш хороший коллектив. Я говорю: «Ладно, я попробую». Вот. И он меня выставил уже в феврале. Сказал там, ну так, я так уже поняла, что это ход педагогический. Сказал: «Я не могу выступить, у нас концерт. Ты выступи, пожалуйста». Видимо, надо было меня показать администрации. И вот первый мой концерт состоялся в 79-м году, в феврале. И я выступила, и, видимо, потом состоялся разговор. И с 10 мая меня оформили на работу. Вот с 10 мая 79 года я работаю дирижером оркестра. Наверное, на всех инструментах, которые есть у вас. Совершенно верно. Ну, во-первых, в музыкальном училище и в академии ты изучаешь все эти инструменты. Во-вторых, мне почему-то всегда было это интересно. Я с огромным удовольствием играла на баяне, на аккордеоне, на балалайке, на ударных, поэтому я владею всеми инструментами. Сейчас это очень полезно для дирижера, чем? Ведь все инструментовки, аранжировки, партитуры для народного оркестра я пишу сама. Да, я знаю. Да. Перекладываю с любых нот, с фортепиано, с гитары, с баяна, с клавиров, с любых клавиров, с партитур любых, симфонический, духовой. В общем, любые составы вот беру и перекладываю. Для того, чтобы сделать такое переложение, надо очень хорошо знать возможности каждого инструмента оркестра. И только благодаря тому, что я ими владею, я их знаю, поэтому я делаю, соответственно, для этих инструментов очень удачные партии. И, как говорят все, удачные партитуры. Ну, это правда, да. У вас огромный коллектив, сейчас около 70 человек, да, вы сказали? Сейчас концертный состав 70 человек, да. А как приходят люди?
Ой, ну сейчас у нас уже студия имеет очень такой хороший статус, очень известная она в городе. У нас информация в интернете, и на сайте, и в группе. А вообще-то мы наборы делаем, выступаем 1 сентября, вот перед дворцом у нас проходит день открытых дверей. Мы там показываем свою рок-группу, у нас рок-группа есть при оркестре. Потом мы проводим много концертов, вот «Секреты звонких струн» для детей. Мы там для детей специально делаем, школьников приглашаем, и мы рассказываем, что бесплатное обучение на всех концертах, которые на площадях, городах, так-то в городе знают о таком наборе. И, в общем-то, люди приходят даже просто так. Но чаще всего, конечно, приводят те, кто играет в оркестре, вот школьники. Они играют, они приводят своих одноклассников. Опять-таки же скажу, что группа ударных инструментов у нас очень сильная, там сейчас сын работает, и она очень известна в городе, потому что он рок-музыкант, он много групп создал, он создавал, делал рок-концерты, и вот молодежь сюда идет, все-таки обучение бесплатное. А дальше вот у нас обучение на электрогитаре. Ни в одной музыкальной школе нет обучения по электрогитаре соло и электрогитаре бас. Очень талантливый сейчас Владимир Васильевич Роженко, педагог молодой, он сейчас учится в институте. Больной вот эта электромузыка, хотя в оркестре, но у меня уже и на контрабасе играл, и на балайке альто играл, на балайку приму перебрался. Говорит, теперь буду осваивать следующую домру приму. То есть ему интересны все эти народные инструменты. И точно так же детям. Они с огромным удовольствием играют на русских народных инструментах и с огромным удовольствием играют на электроинструментах. То есть это все зависит, мне кажется, от педагогов. Вот горят педагоги, горят дети. Точно так же у меня возглавляют вот группу домру Черникова Маргарита Татарна. Дети влюблены в эти огромные домры. Вы представляете? Просто группа ожила, альтовые домры. Группа балалаек, там Лариса Анатольевна у меня работает, Николаевна. И так можно перечислить. Много педагогов хороших. Вообще у меня все хорошие. Я считаю, у меня самые лучшие педагоги, которые любят это дело и любят детей. То, что мы на сцене, это не так, что вот они дети, а я дирижер. Мы единоцелое. Мы все музыканты. Даже если тебе всего лишь 9 лет, ты на сцене такой же музыкант, как я. У вас вообще очень хороший коллектив. Мне кажется, что от этого действительно очень много зависит от педагогов, потому что кто-то считает, что народные инструменты — это вчерашний день. Да, но это же совершенно не совершенно так. Это же возможности так, огромные, в общем-то. Да, и именно считает тот, кто не знает этих инструментов. Да, абсолютно точно. Как я всегда говорю, надо для того, чтобы сказать, какой вкус этот шоколад, его надо попробовать. Конечно. Если ты его никогда не ел, ты не можешь говорить, что он плохой, потому что он черный, понимаете? То же самое с народными. Я помню, к нам пришли две девочки с улицы буквально, кто-то им посоветовал, и когда они пришли на гитару, а мы говорим, обязательно еще на балайке. Она так взяла эту балайку, говорит, вот на этом я должна играть. Вот. А они ходили в таких рваных джинсах, вот знаете, такие с всякими навесными там серьгами в носу, вот это все, вот это, как их называют, уже такая попсовая молодежь была. А помню первый концерт, мы ей дали юбку, она их никогда не носила. И она говорит, я что, в этой юбке должна сидеть на сцене? Вот. Но это были первые шаги. Когда они выступили уже первый, второй раз, вопросов не было. Они с удовольствием одевали юбки, с удовольствием с этой балалайкой ходили, играли везде, где можно было. И вот сейчас они уже выпустили, не знаю, замуж вышли, вот я их встречаю, они говорят, мы детей обязательно к вам придем. Кстати, уже приводят детей своих, наши выпускники, очень много приводят детей, те, кто нас играл 10-20 лет назад, 15. Ну, у вас оба сына, в общем, занимаются? Оба сына занимаются, оба сына, вот так получилось, что оркестр был, в декрет уйти не могла, опять же, во Дворце культуры строителя работ заменить неким было, значит, руководитель один, никого, никаких педагогов, ничего, и я... Буквально 2 месяца закрывали больничный, выходила на работу. Ну и дети, как только научились ползать, сидеть, ходить, с полугода я их брала в оркестр и сажала их там
на коврике в ударную установку. Они там возьмут какие-нибудь маракасы, палки, они там что-то сидят, там маленькие стучат. Ну, вроде как не мешают, но опять-таки же уже не говорю о том, что когда беременна ходила, я ж училась, экзамены госдавала и работала все время. То есть у них музыка с самого начала, зачатия, так сказать. И они выросли в оркестре совсем нормальное явление, что они были прямыми. То есть они ходили на репетиции, ездили со мной на концерты и в Москве, и в Харькове, и везде. И, соответственно, музыка также они полюбили. Старший сын закончил у меня и училище, и академию музыкальную. А младшему мы сами сказали, ну хватит, может, в семье музыканта выбери что-нибудь другое. Он увлекся компьютерами. Он закончил компьютерные технологии, но до сих пор говорит, лучше бы я пошел по музыке. И работает он по компьютерам, сейчас связан, а играет он все равно в рок-группе. Важно все-таки вот для хорошего оркестра. Ну, понятно, вот кроме сыгранности, да, как говорят профессионалы, вот психологическая совместимость важна, конечно, да? Вы знаете, психологическая, это все зависит от климата. Угу. Вот к нам дети приходят, они чувствуют себя в семье. Вы знаете, вот когда у нас каникулы летние, и у нас же в интернете группа открыта, там почитать, там просто слезы, они скучают. Они считают эти репетиции уже недели. Ой, осталось 2 недели до первой репетиции. Неделя, ура, сегодня репетиция. И они как родные. Мы все лето с ними на море ходили. То есть тут, мне кажется, очень важен психологический климат. Для того, чтобы его еще создать, надо создать общую интересную идею. Вот я очень много делаю нового репертуара. То есть у меня дети не скучают. Вот мы сейчас сделали огромную новую программу. Только она закончилась, казалось, великолепная концертная программа. Фурор огромный провели. Ну, почивайте на лаврах. И все, и крутите ее дальше. Нет, Людмила Александровна несет им новые партитуры. То есть я им создаю такой процесс учебный, что они знают, если они пропустят одну или две репетицию, они очень отстанут. Они хочется. Им хочется все-таки хорошо играть и быть не хуже, чем Ваня с Петей. Опять-таки же такой вот. Девочка играет лучше, мальчик хуже. Он старается ее догнать. То есть у них внутри себя соревнования. Потом у нас во дворце лучшие выпускники получают стипендию. Вот у нас в этом году выдвинули мы девочку, она действительно за 3 года сделала огромный шаг, и все это видят, и они стремятся к этому, не только стипендию, это вот как бы престиж, понятно, что там и материальная помощь, но это все равно престижно, конечно, это интересно, потом это же солисты оркестра, самых продвинутых детей, мы делаем соло для оркестра, им пишем, и они играют, и в общем, интересно. Я думаю, что если бы детям не было интересно, они бы не ходили. Конечно. И мне всегда нравится, вот на концерте, вот вы посмотрите по телевидению, и это зрители все отмечают, что вот единый монолит. Они вот смотрят, они следят за каждым вздохом, за каждым движением дирижера, и мне это нравится, потому что они чувствуют эту музыку. И они хотят сделать так, чтобы она задела за живое не только их, но и зрителей. Я знаю, вы ездите много на фестивали. Да, в последнее время стали много ездить на фестивали. Единственное, сразу скажу, может быть, кто-то к нам спонсоры помогут нам. Мы в последнее время ездим много, но практически за свои средства. Совсем немного вот мы находим, и вот в том году ездили на всеукраинские фестивали Мукачево, в Ужгород, заняли там первые места везде, призовые, гран-при, вот в Алушту ездили. И мои родители от родительского комитета разнесли, наверное, штук 20 писем, ну, чтобы не было пиара, по многим организациям. И я скажу, что ни одна, ни партийная, ни государственная, ни финансовая, вот все, чьи имена на устах севастопольцев, никто не оказал помощи. Вот единственное, Белик помог, и помогло наше любимое народное образование. Вот, так что вот они чем смогли, тем помогли. Это была, конечно, капелька, но это даже капелька позволила вывести детей, которые не совсем платежеспособны, но очень талантливые. Вот, а так мы вот ездим, и где бы мы ни приехали, вот, везде восторг. Вот все музыканты, вот в Закарпатье были, мне говорили, куда ты едешь, Закарпатье, Западная Украина. Вы не представляете, с каким
удовольствием они принимали русский вот народный оркестр. Как им он понравился, и пригласили нас потом, мы еще второй раз ездили, пригласили выступать в филармонии. И люди подходят и говорят, вот это да, у вас такое сохранилось, а у нас уже ничего нет. Вообще в Украине вот сохранилось сейчас таких оркестров, народных инструментов, вот, аналогичных давайте нашим. Я вам скажу, я так как являюсь секретарем вот этих конкурсов, я общаюсь непосредственно со многими коллективами. Угу. Вот начну с Севастополя. До 91 года в Севастополе было 12 таких коллективов. Угу. И при школах они были, и когда-то он был при Дворце пионеров. Вот почему его там не стало, и 12 лет его не было, и там все развалилось, и вот меня Валентина Александровна пригласила. Mm-hmm. Вот сейчас, на сегодняшний день, в Севастополе при Корабеле оркестр остался. Они там сотрудничают с музыкальной школой, которая рядышком там у них находится, или 7-я, по-моему, не помню, или 8-я. Вот, и мой оркестр, все. А по Украине из каждого 10-го осталось 2-3. Все. Угу. Ну, может, нашим чиновникам нужно почаще ходить на ваши концерты? А вы знаете, хотя, они не хотя, ходят. Хотя вы и так, в общем, практически. Вот мы приглашаем всегда, угу, и нашу администрацию образования и культуры, и на большие красивые мероприятия, угу, на юбилейные, никогда они не приходят. Единственное, где они нас иногда видят, так это если какое-то проходит торжественное собрание, посвящено какому-нибудь празднику. Вот недавно было, мы в ДОФИ выступали, было торжественное собрание, посвящено Дню Единства России. Угу. Вот там был Яцуба, вот он нас наконец-таки увидел. Главнокомандующий там был, нас увидел, мы открывали этот концерт. Угу. И вот на таких площадях вот был День города. Мы выступали на Ракушке, там нас тоже вот Датсюк увидел. Ну да, без нас же не обходится, в общем. Да, в основном, да, мы в год даем по 25 концертов. Мы сейчас готовимся к поездке в Орел, нас mm-hmm. пригласили. Да, и опять-таки же, вот мы буквально вчера на оркестре считались, кто может поехать. Вот из 70 может поехать, ну, не более 30. Mm-hmm. Вот так вот. Потому что финансы, потому что за свой счет, если бы, конечно, нашелся спонсор в городе, мы бы с удовольствием и рекламировали этого спонсора, мог бы представитель с нами поехать. Вы понимаете, мы же едем, мы представляем не только лицо дворца, допустим. Мы же едем, мы лицо города, конечно. Вы понимаете? Вот на всех фестивалях мы несем вот эти планшеты «Севастополь». И ведь кричат не «Браво, Садку, оркестр», а «Браво, Севастополь!» ведь кричат, угу, понимаете? Мы – лицо города. Я знаю, вы занимались туризмом много лет. Очень. И, по-моему, даже альпинизмом. И, по-моему, вы даже инструктор по туризму. Да. Может, у вас поэтому такой характер боевой? Может быть, да. Вот вы знаете, туризм меня, так скажем, музыку и привел. Любовь к природе. После того, как я стала руководителем. Кстати, наш руководитель водил нас в походы. Угу. Может, от него это пошло. Когда он уехал, я стала руководителем, я стала водить походы. Но тогда было строго в советское время. Надо было закончить курсы. Я закончила курсы. Получила инструктор по туризму. Угу. Водила категорийные походы. Сначала по Крыму. Ну, у нас в Крыму две категории. Ну, и то, это вот турист СССР, значки у меня такие есть. Mm-hmm. Потом уже весь Крым мы прошли, горный, вдоль и поперек, весь вот. Mm-hmm. Уже захотелось чего-то другого. Познакомилась там с такими же
туристами, которые ходили в туристический клуб, и мы стали ходить. Вот пошли дальние у нас выходы. Кавказ, Фанские горы, Саяны, Алтай, Тяньшань. У меня дома до сих пор лежит ледоруб. Кошки. У меня покорено 5 пятитысячников. Вот, это да, это связки снежные, это снежные лавины. До сих пор вот, единственное, тогда не было цифры фотоаппарата, но у меня слайды до сих пор есть с этих мест. Вот, и это, конечно, я мало того, я домру, я настолько любила инструмент, всегда носила с собой. Ведь в поход никто не старался не брать ничего лишнего, лишние иголки, все было расписано, конечно, питание, все по нормам. У меня специально, я там пришила такие ушки к рюкзаку, к ермаку такому большому, и там привязана была домра. И вот фотографии, скажем, я на всех перевалах играла, концерты танцевые давала. Люди, да, вот приходишь, группы встречаются, а что это у вас такое? А это домра, а что она играет? Да, играет. И вот играли. А я же тогда еще училась, и музычили, ой, в институте. Надо было концертные программы готовить, выпускаться, надо было, ну, готовиться, а это все-таки уйти в поход на 3 недели, это потерять форму, я не могла себе такое позволить. Я вот с собой домру носила все время. И занималась в походах тоже. Спасибо большое. С вами было очень интересно, правда. Спасибо. Я вам желаю больших творческих удач, талантливых учеников. Ну и надеемся, что все-таки город будет помогать вашему коллективу, вот, потому что он этого заслуживает. Пожелайте нам спонсоров. Спонсоров обязательно. А творчество мы сами создадим и сделаем. Это я вам обещаю. Это правда, да. Желаю от всей души. Спасибо. Спасибо. С вами была программа «Званый гость», и у меня в гостях была художественный руководитель и дирижер Народного оркестра «Садко» Людмила Королева. До свидания.